26 декабря 2019 год, Харьков, елочка у центрального рынка, предновогодняя. Понравились мне Снегуренька и Дедушка Мороз, который на поверку оказался почему-то в колпаке Санта-Клауса. Что торчит у Санта-Клауса из мешка, я даже догадываться не хочу, теряясь в пошлых инсинуациях. Вот у нас герб Харькова, рог изобилия, кадуций, приспособа бога торговлю, насколько я помню. А вот этого я так давно здесь не был, что я этого даже не видел. Это памятник на удачу. Единственная надпись, которую вижу, на удачу. На удачу или на удачу. На, в смысле, тут копилка, ёлки-моталки. Молодцы, на удачу. Скульптор, народный художник Украины и Азербайджана, Сейфаддин Гурбанов, 18-й год. Ну, у меня сомнение, что это скульптор Украины и Азербайджана. Это какая-то тетя, продающая семечки. Чеширский кот, очевидно. Да, странно. То ли не было тут таблички, то ли ее крыса. Да, крыса в Харькове знатная. И Горобец. А вон у нас красивый еще ракурс на Покровский собор. Успенский собор виднеется. И, в общем-то, даже сразу за автостанцией номер 2 виднеется Благовещенский собор. Купол его, по крайней мере, но туда я точно не пойду. Мне назначено. Тетя Соня. Пускай это будет тетя Соня.